Яңалық телевидение хайферында башқыр тілінде әдірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумағығыз. Өткен екшәмбі Рәсейдә бірдем тауыш беру көні өтті. Біздің районда 40 хигет хайлау участкалары үшләні. Қала хайлаусылары қала хәм район білемәхі советтары депутаттарын хайланы. Бұнан тыш 7-нсі ханлы Истәк округы бойынса Истәк ауыл советы ауыл білемәхі советы депутаттарын үстемі хайлау өтті. Хайлау участкалары иртәнгі сағат 7-нен кискі сағат 9-ға тиклемшләне. Күн дауымында яңауылылар өз гражданлық яуаплылығын күрһәтеп, ышаныс тудырған депутатқа тауыштарын бере алды. Сегодня, в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, проводятся выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. На всех избирательных участках муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан выборы проходят в штатном режиме. В списке для голосования внесено 36 294 избирателя. Для проведения выборов была проделана огромная работа. Оборудованы помещения для голосования, оформлены информационные стенды, предусмотрен комплекс мер безопасности, организовано дежурство сотрудников полиции. Для наблюдателей созданы условия для нормальной работы. В участковые комиссии уже поступило 1298 заявлений о голосовании вне помещения. При выезде членов избирательных комиссий голосующим также уделяется большое внимание соблюдению правил санитарной безопасности. В этот раз было предусмотрено досрочное голосование. Участники голосования в течение 11 дней до дня голосования, то есть со 2 сентября по 12 сентября, 16:00 до 20 часов, приходили на участок для голосования и отдавали свой голос. Этим правом воспользовались 367 человек. Всего за ходом голосования на участках следят 96 наблюдателей. Яңал районының 14 ғайләһе өсөн иң қуаныслы күптән көтүп алынған бақиға тұрлақ сертификаттарын тапшыру 10 сентябрь район хакимиәтендә үтте. Дәүләт ярдамы саралары ипотека кредитын түләү йылы менән тұрлақ шарттарын яқшыртуға мұқтаж болған иҫәптә торған ғаиләләргә күрһәтелде. Сертификаттың максималь хақы 360 мең һум. Шулай ук бұл көнде район хакимиәте башлығы Илшат Вазигатов ауыр формала хроник ауру менән интеккән Яңал ҡатынына бір бүлмәлі фатердан асқыс тапшырды. Бүтәһе 2012 йылдан 2020 йылға тиклем Башқұртыстан Республикаһы төҙөлөш комплексы һәм архитектураһын үҫтереү республика программаһы буйынса бүтәһе 220 йәш ғаилә 56 миллион 276 мең һумға торлаҡ шарттарын яҡшыртты. Вручили сертификаты 14 семьям, которые у нас участвовали в рамках государственной программы развития строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан. Общая сумма социальной выплаты составила более 4 миллионов. Всего за период с 2012 года у нас получили социальные выплаты в рамках данной программы более 200 семей на сумму более 50 миллионов. Кроме того, сегодня мы также вручили ключи от однокомнатной квартиры инвалиду, страдающему тяжелой формой хронического заболевания. Данная мера государственной поддержки реализуется в рамках закона Республики Башкортостан о осуществлении государственных полномочий по обеспечению жильем детей-инвалидов. Сегодняшнее вручение оно является своеобразным заключительным этапом, потому что эта программа она завершила свое действие, и уже на сегодняшний день у нас работает только государственная программа обеспечения жильем молодых семей. Урып ию эштәре беҙҙең районда аҙағына яҡынлаша. Һауа торошо уңайлы булыу сәбәпле аграрийҙар ҡалған майҙандарҙы ийеп бөтөргә тырыша. Бөтәһе 90% гектар ужым һәм яҙғы культуралар урылған. Уртаса уңыш гектардан 20 центнер алыу. 44 мең тоннанан артыҡ иген йылды. Восток колхозы ауыл хужалығы кооперативында кукуруза ию эштәре ҡыҙыу бара. Буйылды хужалықта кукуруздың ирте үлгірішілі сорттарын ултыртқандар. Оның үтігіне елі ей ұңайлы болды. Хәм өткен азна башында ею іштәріне тұтындылар. Бүтәһе 190 гектар ерді ішкәртіргә тұра келесек. Күнді 2 комбайн 40-50 гектар ерді өтләштірә. Инді 30 елдан артық Әлфит Шараф Исламов комбайнсы болып ішлей. Хәдір ішлерге көпке еңілірәк те білдәлі ел. Элек техника еш қына батылып, оны ремонтлау көп вақытты алған. Родился здесь, после армии начал работать. После армии на ферме работал, потом на тракторе. С трактора, когда сезон, весенний сезон на тракторе, летом
Да, летом, когда вот Синаш, Силос на комбайне работал. Сейчас работаю. Потом трактор списали, Беларусь. Сейчас этот Силос закончим, Беларусь я начал работать. На комбайне почти 30 лет работаю. Начал на КСК-100, на двух работал. Потом этот комбайн я сам пригнал из Уфы. Ну, что сказать. Комбайн мощный двигатель. Хорошо тянет. И производительность большая, тем вот КСК-100. Сейчас, если посмотреть, то техника новая пошла. С этими, как его, с блоками управления, с компьютерами. Посложнее стало. Раньше как работали? Молоток до зубила, говорят, так работали. А сейчас не так, сейчас надо головой работать. Вот у меня вот сынок тоже учится в сельхозакадемии Ижевске. Говорю, учись получше. Сейчас ведь вся техника пойдет такая же, с компьютером. Может, вообще за рулем не будет сидеть уже. Там дома будет сидеть компьютер. Там будет работать. Ну, по сравнению с прошлыми годами, стало лучше. С техникой особенно легче стало работать. Ну, там, самое хорошее, это если кондиционер есть. Вот у меня есть, нормально работает, не устаешь. Ни пыли нет, ни грязи нет, вот так. Раньше приходили с работы, как чумазые. А сейчас нет такого. Нормально. Басылдарда ғына түгел іш зерноктала әудім бара. 6 августқа теклім жалықта біті игіні елді. Қазір келесек ұлтырту материалдарын таларту сорттарға бөлі бара. Шылай құжалықта синаш қалынған 250 гектар көп еллық өлендер алынған. Нынешняя уборка началась сначала очень тяжело, были дожди, сначала не поспевала, потом погода, дай бог, дала, вот очень благоприятно было. У нас зерновые нынче занимало 1800 гектаров, благо уборке очень помогла техника, которую к нам купили через лизинг на общую сумму. Техники только нынче было куплено на 26 миллионов. Вот еще одна техника КСУ, самоходная косилка, должна прийти на днях, ну, на неделе. Но это уже на следующий год планы. Вот пришли два. Вот комбайн пришел, кировец. Зяб идет своим ходом. Вот своим ходом. Где-то порядка 500-600 гектаров всего осталось. Вот под кукурузой. Параллельно идет прессование соломы. Два пресса, два импортных пресса прессуют. Параллельно два трактора Куна и один подвозчик возят эти соломы. И параллельно закладывали сенаж в упаковке, второй укос. В целом урожайность в этом году очень хорошая, нормальная. Погода позволила и зерновым, но надо заниматься удобрениями. Поля, где внесли сложные удобрения, на порядок дали больше урожая. Вот планы следующий год почти два раза надо увеличить именно сложные удобрения. Вот мы это нынче очень наглядно показало по урожайности поля. Именно те, где вас несли, те больше 25 центнеров дала. А те, что не несли, 18-17. Реконструкция фермы идет сегодняшний день. Заканчивается по плану 15-20 числах. Загоняем на зимнее содержание скотину, крупный рогатый скот. Вот на стадии завершения эта реконструкция. Вот она порядка 6 миллионов туда вложена. Вот на днях подрядчиком договор заключен. Начинаем строительство ангара для хранения вот этой купленной техники. Подрядчиком заключен договор с окончанием до 1 декабря. Ангар будет 15 на 70 метров, высотой 6 метров. Вот полностью вся техника должна на зимнее хранение туда уйти. Әлігі вақытта халамды преслау хам кукурузды силысқа халу іштәрі бара. Уны қышқа консервалайдар. Бұл технология арқахында силыс микроэлементтарын хақлай. Ешіл масы силыс бадына қатлам-қатлам толтырыла.
Әлеге урып ию іштәрі адағына етмәхәлі инде тәуге юмғақтар яхарға була. Дүйім алғанда олар ыңғай, игіндің ханы һәм сифаты қанағатләнерлік. Мал үсін адық етерлік болырға тейіш. Әхужалықта 1,5 мін хайыр һәм ат бар. Яңы техника алу, культураларына ею һәм үстеруді замаса технологиялар қолану. Шылақ һәр хызметкердің үзур үліші ұңыш келтірі. Күп күнә вақыт Орловка ауыл билемәһе халқы бу сылға хаша күперҙе ремонтлау эштәрен көттө. 2 йыл элек инде ул авария хәлендә тип танылды. Шул вақыттан ауыл халқы республиканың юл хужалығы идаралығына бер нисә тапҡыр мөрәжәғәт иткән. Ремонт эштәре 9 сентябрь башланды. Әлеге вақытта самосвал һәм грейдерҙар йылға аша юлды төҙөй. Мост в селе Орловка является аварийным. В случае его обрушения жители 4 населенных пунктов сельского поселения, это деревня Игровка, деревня Никольск, Емьеды и Петровка, не смогут, значит, посещать социальные объекты, которые у нас будут отрезаны, так как они находятся на улице центральной в селе Орловка. Также в учебное время по данному мосту школьный автобус совершает неоднократно ежедневно рейсы, возя детей в учебные учреждения. Данный мост является единственной дорогой для проезда в деревне Емьеды сельского поселения Орловского сельсовета. Поэтому, значит, зная данную проблему, мы с сентября 2019 года обращались неоднократно в Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан, также в Государственный комитет по дорожному хозяйству и транспорту Республики Башкортостан, так как данный мост на реке Буста в селе Орловка находится в ведении Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Общими усилиями совместно с администрацией района, жителями сельского поселения Орловский сельсовет, нам удалось достучаться до вышестоящих организаций. И в сентябре 2019 года, точнее 9 сентября, Янаульским ДРСУ АО «Башкиравтодор» были начаты работы по строительству объездной дороги через река Буста в селе Орловка. Также, значит, нам уже известно, что тендер для ремонта, для строительства моста выиграла уфимская фирма «Уралдортранс». Представители данной фирмы были уже в администрации сельского поселения. Мы с ними переговорили, находимся в тесном контакте, обмениваемся информацией ежедневно. Они нам сообщили, что уже готовится проект, потом будет дальнейшая госэкспертиза. Естественно, данные работы они требуют времени, но мы надеемся, что в скором времени в селе Орловка будет новый мост через реку Буста. А пока, значит, мы будем пользоваться объездной дорогой, и данный мост аварийный будет перекрыт для того, чтобы не произошло ЧП. Үз балаңдың күңеленә ярашлы хөнер табу тураһында һәрбер ата-әсе хыялана. 9 сентябрь оларға бұндай мүмкінлік болды. Бөтә өстәмә білім беру учреждениеларында асық ишектәр көне үтті. Ел хайын үткен баланы ижатқа келтер район акцияғы бұ елді икенсі форматта өтті. Әгер дәлік бөтә учреждениелар үздәрін ешлік физкультура хауқтыру комплексы территорияхында презентациялаға, бұ елі қунақтарда бұнда тренердарғына қаршы алды. Үстел уйындары, баскетбол, футбол, волейбол һәм башкалар. Исемлекте яңы спорт төрі толтырасақ. В нашем учреждении культивируется 14 видов спорта. И один из них сегодня в этом году вводим новый вид спорта. Это стрельба из традиционного лука. Тренер у нас был в штате уже, имелся специалист по стрельбе из лука, кандидат мастера спорта по скиярду. Молодой специалист. Еш техниктар станцияхында түдімхідлік менен ойлап табысылар, фантазиордар хам активистарды күтіп алдылар. Балалар педагогтар менен танышып, үзәріне ярашлы бірікмей хайлай алды. В станции юных техников работает более 30 кружков, объединений по трем направленностям. Это художественное, техническое и, естественно, научное. Сегодня мы принимаем всех детей, родителей к себе в гости. Наши двери сегодня и в последующие дни будут, конечно, для вас открыты. Поэтому вы можете записаться, уточнять время начала занятий и какие у нас есть объединения. Будем очень рады каждому и всем.
Помимо того, что наши ребята занимаются в объединениях, они также участвуют в различных конкурсах. Поэтому это важная информация, наверное, больше для родителей. Участвуют в конкурсах как муниципальных, так и республиканских, ну и, конечно, российских. И даже бывают и международного уровня. У нас занимаются дети от 7 до 18 лет. Из расчета тех объединений, которые у нас есть, мы готовы принять где-то примерно 900 ребят. Иртеменен байрам атмосферах ештер храйндала хыкым хырды. Активистар рәтіне урамда оқ ядаларға бұлайыны. Ерларға, бейірге, өзкістерін актерлық ұсталығында қынап қараусылар бүтәхілі бұнда ядала ала. В этом году мы начинаем набор молодежи. Дворец молодежи, это подразумевает именно работу с рабочей молодежью, с молодежью школьной, со студентами. И поэтому мы вот в этом году решили создать такие клубы по интересам. То есть это вокал, это театр, танцы. И даже вот мини-футбол у нас сами изъявили желание играть молодые специалисты вот различных организаций. Они вот будут собираться по вечерам после работы и играть в мини-футбол. А также хотелось бы привлечь молодые семьи, потому что провести время вместе с семьей, это всегда его не хватает, как правило. Мы вечно в своих каких-то делах, и побыть просто вместе не удается, не всегда. И Дворец молодежи, я думаю, послужил бы как раз тем местом, куда бы семья могла прийти вместе, и мы бы нашли для них занятия, и как бы совместное занятие, и можно также отдельное занятие. То есть если мама занимается, допустим, танцами, то ребенка мы можем привлечь там, кружку рисованию, лепке. В этом году мы набираем группы в парные танцы. И смысл этих парных танцев, чтобы молодые люди, пара, женатые, неженатые, или, может быть, даже не молодые, приходили к нам и проводили время вдвоем. Могли прочувствовать друг друга, побыть вдвоем. То есть это такого рода реабилитация отношений, так скажем. То есть того, что нам немножко не хватает в бытовой нашей жизни, тут вот это будет такой кружок, где они смогут немножко уединиться. В таком плане. И еще в этом году у нас набирается новый набор в патриотические клубы «Отец и сын» называется. То есть мы набираем группу, где будет участвовать и папа, и его сынок. Там прекрасный у нас руководитель Якубов Азат Маратович. Он научит и папу, и сына быть волевым, спортивным, сильным духом мужчины. Атайы менен бірге пионердар хам оқысылар юртына Алия Уалиевала келген. Баланы керек түңерекке ядырысын ғариза толтырырға керек. 7 яшлік гимназия оқысығы рассам болырға қиялана. Оны ата сәхілі хоплап тұра. Часто рисую дома фломастерами, карандашами и акварелью. Когда вырасту, я буду художником или гончаром. Я люблю рисовать животных, цветочки и природу. Я сюда пришла, чтоб записаться с папой на рисовалку. 4 направленности у нас остаются, как и в прошлом году. Это художественная направленность, естественно, научная, социально-педагогическая и туристско-краеведческая направленность. Набор детей идет от 6 до 18 лет. Могут записаться любые желающие. Педагоги наши постарались, чтобы организовать объединение таким образом по интересам детей. В этом году возобновляет у нас объединение «Юный гитарист» свою работу и «Юный химик». Новым направлением в этом году у нас стало объединение «Деловой этикет». «Деловой этикет» направлен на детей более старшего возраста, 16-17 лет детей. То есть это 10-11 классы. Азбука общения у нас, программа направлена на обучение детей начальной школы. Здесь цель этих программ – обучить детей деловой разговорной речи, этикету, деловому стилю. Асық ишіктер күні бүті үстеме білім беру учреждения хандала өтті. Педагог һәм тренердар әйтеуінсе, олар һәр вақыт яңа тәрбиеленүселәрге шат болып тұра. Берекмәләргә әүҙем яҙылыу бөтә сентябрь айы дауамында үтәсәк. Ошының менән яңылыҡтарҙың бөгөнгө сығарылышы тамам, алда һеҙҙе һауа торошо көтә, һау булығыҙ. Бишенсе сентябрь күнде яңалда хаватырышының аядлы болытлы болуы бір ады ямғыр яуы күтілі.
Ел төньяк күн сығыштан секундына 2-4 метр тетлікте ісе. Атмосфера басымы 743 мм. Хауа температурасы түнде 4-6 градус елі, күндіз 10-12 градусқа теклем елі боласақ. Республикалық әдеттен тыш халдар министрлығы мағлюматтары бойынса аядлы бұлытлы ямғыр яуы күтілі. Ел төньяк күн байыш 4-14 метр тетлікте ісе. Урыны менен көсейу сән. Хауа температурасы түнде 4-9 градус елі, күндіз 9-14 градусқа теклем елі боласақ. Магазин газового оборудования, большой выбор котлов, радиаторов, водонагревателей, бойлеров и плит. Ждем вас по адресу: город Янаул, Маяковского, 14/3, территория СХТ, номер телефона 8-347-65-55-50, 8-347-65-55-50. Они вернулись. Газета «Вариант 52» снова с вами. Весь сентябрь частные текстовые объявления принимаются бесплатно. Ого! Вот это цены! Масло сливочное 500 грамм 199, колбаса по-деревенски 89, а тушенка говяжья 59 рублей! Да, в честь дня рождения «Находка» режет цены пополам. С «Находкой» и корзинка полная, и кошелек. Акция действительна с 14 по 20 сентября. Подробности у консультантов. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знание татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402 52871. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем, необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем, решай их!